Обережний Олексій. Путінська Росія нелегітимна. Про це вже відкрито говорять представники народів, які обманом утримуються в цій тюрмі народів. Днями глава уряду Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв в українському кризовому медіа-центрі детально обґрунтував цю думку. Пропоную з нею ознайомитись, адже саме нам спільно доведеться думати, як далі облаштовувати Росію. Коли ми говоримо «Російська Федерація», ми повинні розуміти, что такого государственного образования с 2002 года уже не существует. Сегодняшняя путинская Россия, она абсолютно нелегитимна. Я поясню, что я имею в виду. За всю историю своего существования Россия, которая зародилась как империя, начиная с Золотой Орды, впервые за всю свою историю сформировалось как правовое государство в 92 году в результате подписания федеративного договора. И все республики, края, областя, которые тогда подписывали этот договор, на самом деле имели и свой правовой статус, имели право, ну, свои собственные конституции, где были отражено, что они являются суверенными. Если вы помните период там, парад суверенитетов, все эти республики прошли через абсолютно соответствие с законодательством СССР и Российской Федерации и имели статус независимых международных субъектов, которые были признаны и Верховным Советом СССР, и Советом Российской Федерации. Однако после распада СССР все эти субъекты добровольно по лозунгу, по призыву Верховного Совета Российской Федерации во главе с Русланом Хасбулатовым пошли на подписание договора о разграничении полномочий и создание федеративного государства. То есть после подписания в 92 году этого договора Россия заявила о себе как федеральное государство. И что происходит дальше? Почему Чеченская Республика Ичкерия тогда не подписала этот договор? То есть в этом договоре изначально не фигурировала сама Россия как государственное образование. Я имею в виду русской. Ни республики не было русской, ни области, ни округа вообще. И в результате этого, когда мы им заявили о том, что хорошо, мы готовы, Москва вела переговоры, мы готовы подписать федеративный договор, только покажите нам вашу субъектность, кто вы, где вы и вашу территорию. Мы вам можем показать наши территории. Мы говорим, вот эта территория наша, и мы здесь действует наше законодательство. Вы скажите, где ваша территория и где ваше законодательство. Однако, тогда тоже нас не услышали. Все эти субъекты подписали этот договор. Даже Татарстан, который долго держался до 93 года, под предлогом, что особый статус с особыми полномочиями, они подписали этот договор. Теперь вернемся к тому, о чем я говорю, что это государство нелегитимно. Этот договор был подписан на 10 лет. В 2002 году Россия в лице президента Путина в одностороннем порядке денонсировали этот договор. И с этого времени российская так называемая федерация, она абсолютно нелегитимна. И сегодня Чечня находится под стопроцентной оккупацией. Но это не значит, что чеченцы, народ, отказались от своей идеи независимости и от своего государства. Нет. Мы свою государственность, как правовую основу, мы его сохранили. Любое государственное образование, оно в первую очередь базируется на правовой основе. Если нет правовой основы, оно не является государством в общепринятом понимании, в соответствии с международными принципами и нормами международного права. Но если мы хотим заниматься таким двойными стандартами, что касается Чечни, это не признано или признано, или нелегитимно, а что касается России, потому что у нее имеется ядерная дубинка, которую, кстати, никогда Путин не применит. Никогда. Поэтому
называть их Российской Федерацией – это неверно. Давайте перестанем лицемерить, давайте перестанем подыгрывать существующие конъюнктуры, если даже она исходит от такой сильной и очень высокой организации, как Организация Объединенных Наций, которая позволяет сегодня Путину делать в мире все, что хочет. Для меня эта организация будет и авторитет, и высокий статус, когда она призовет к ответу агрессоров. Людей, совершающих убийства, совершающих преступления, стирающих с лица земли целые города, вынуждающих миллионами людей покидать свои дома, подвергать убийствам и совершать убийства детей. Вот, что, вот чем должна заниматься Организация Объединенных Наций, а не позволять России, Путину, как террористу, восседать в Совете Безопасности и говорить о том, что можно и что нельзя. И только с позволения Путина, оказывается, можно решать какие-то проблемы. Нельзя так жить. Поэтому мы сегодня оказались в той ситуации, в которой мы оказались. Нужно отказаться от этих двойных стандартов и политических каких-то конъюнктурных моментов, которые сегодня позволяют диктаторам убивать и совершать убийства. Поэтому я вам официально открыто заявляю, Российской Федерации нет. И вы все, и журналисты, и все, кто сегодня каким-то образом называет это государственное образование, должны это подчеркнуть. И я очень рад, что сегодня наконец-то нашли силы, которые провели форум, уже второй форум состоялся в Чехии, в Праге, я принимал там участие, и наконец-то заговорили о деколонизации Российской империи, которая осталась последней, которую несколько высочайших деятелей, государственных деятелей называли империей зла. Но сегодня, начав агрессивную войну против Украины, сегодня наконец-то мы услышали, что это империя и что ее необходимо деколонизировать. И нужно на этом настаивать. И не нужно стесняться украинцам, ни высшему руководству, ни политическим деятелям, что они стоят за этим форумом. За этим форумом должны стать все люди доброй воли, которые хотят избавиться от Российской империи и от русизма. Если мы это не сделаем сегодня, вот этот русский мир придет в дом каждого европейца. И европейцы должны понимать, если они сегодня жертвуют теплым туалетом, это еще полбеды. Если мы сегодня проиграем Украине, они пожертвуют своими жизнями и будущими своих детей. Ніщо не зупинить ідеї, час якої настав. Свобода народам, свобода людині. Ініціатива Бандерівської організації українських націоналістів 1943 року самою долею реалізовується в 2022 році. Підписуйтесь на мій канал на YouTube, щоб знати глибше суть карколомних подій, що відбуваються буквально на наших очах.